Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Цуба. И немножко запоздали новости, но что ж есть, то есть, ребятки. У нас тут немножко поменялся интерфейс, теперь показываются вот такие вот крутые штучки. Вот так теперь у нас выглядит интерфейс. Добавилась вкладка сообщества. Добавились тут соцсети наших, наши зубы, да, так сказать. И добавились награды за достижения, которые у нас будут, типа в игре, для этих соцсетей. И как видите, здесь у нас начально первая награда 100к. Точнее, ну, 100 алмазиков. Хотя вот по ютубу типа набрали уже, можно бы забрать, но что-то не забирается. И вот дальше неизвестные награды. Скорее всего, это будут либо сундучки, либо какие-нибудь скины. В общем, чего-нибудь такого типа. Плюс добавились еще какие-то категории видео. Но это пока что с официального канала Зубы и потом... И вроде бы все. Ну, а давайте почитаем, что вообще пишут разработчики в обновлении. Обновление у нас вышло 2 дня назад. Называется оно 2.9. Вы можете успеть ухватить кусочек тортика. И задуть свечи... На шляпах охранников в честь нашего дня рождения мы... Бла-бла... Чё? Ну вот они про вкладку сообщества, про вкладку видео говорят, улучшен интерфейс папки входящие. Ну это типа... Вот оно. Типа видео, вот это все, это папка входящие, типа, получается. И вот и все. Ну а сейчас мы готовим к чему-то очень страшному, что должно скоро произойти. Мы слышали, что по зоопарку могут летать летучие мыши. И последнее напоминание. Наше предложение еще в силе. Посмотрите, чтобы не упустить шанс разблокировать нового персонажа и получить... Ну, это намекает про предпоследнюю новость, где был розыгрыш, да? Ну, и про летучую мышь тоже намекают. Ну, как-то так себе вообще. То, что мутят разработчики. Давай сегодня поиграем на Кенгуру Молли. Такие у нас там бои. Ага, легкие. Ну, легкие так не очень. Хочется, давайте лучше командой скатаем. Поменяем немножко сетап для командных боев. Возьмем вместо зубов вампира это. Ну, и вместо укола адреналина возьмем плащ. Медицинский халат, да, плащ. Ну и погнали. В общем, что по сути обновы? Разрабы намекают, что он будет обновлен на Хэллоуин. Ну, я уже говорил, или не говорил. Ну, ладно, не суть. Обнове, скорее всего, будет как обычно. Новая картинка для карты, там, может, измененные охранники чуть-чуть. И... Блин, так, надо дробовик взять. И будет еще, типа, новый персонаж в виде летучей мыши, про которую разработчик уже говорили раньше. Намного раньше, да? Ну, честно сказать, это так себе выглядит, на мой взгляд. Потому что, ну, если они больше ничего не сделают... Мне вот главное, вот даже пофиг на этот Хэллоуин, пофиг на нового персонажа. Лишь бы не запилили обновление с балансом для игры нашей, да? Сделали бы баланс по одному уровню, и все бы были счастливы. Но вряд ли это все так просто будет. Скорее всего, это просто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гляньте, Никс наглый, вот, 7 уровня. Посмотрите на эту наглость. Посмотрите на этого наглого Никса 7 уровня. Это просто капец какой-то. Как можно быть таким наглым, я не понимаю. Смотрите на эту наглость просто. Наглость Никса 7 уровня, да? Вы видели ее? Теперь Брюс еще наглый тут. Но Брюса хоть уровень побольше. Хамелеон здесь вылез откуда-то. Брюс отбиваем, я еще живой. Можно похиляться. Тут у нас две аптечки, нужно их срочно заюзать. У нас там Брюс один стоит, надо бы к нему сбегать, помочь. Че он там стоит? Непонятный Брюс у нас здесь этого уровня. Я отбегу, не хочу умирать просто так. Красиво вот так вот ухожу. Не знаю, крабик успеет, не успеет убежать. Мне стоит, я думаю, помочь ребятам в их начинаниях, да, небольших. Все-таки крабика придется оставить, как ни крути. Вот так вот мы Брюса сейчас добиваем. В принципе, у нас все пока что нормально. Лиську захватил с собой на тот свет, так сказать. Ну, орелочек. Все, добиваем орла. Я забираю себе дроп. Ну, мне по праву принадлежит, как бы я тут самый домашний. Так, ну что? Дропа мы налутали. В принципе, у нас все хорошо.
нас четверо, конечно, но остались самые сильные. Краб сам виноват, я его резал, я ему пытался помочь, но он решил не убегать. Ну там, явно был то ли бот, то ли у него лагало, то в общем много причин могло быть, почему крабик умер. Ну получается, что получается. Главное это то, что у нас остался один противник всего лишь. Это вот такой жираф. И я его сейчас добью. Красиво, шикарно добью. Парам-парам-пам. Вот такая вот победка. Достаточно изи было, хотя бы дрались тоже против сильных противников. Но в итоге получилось. Все-таки кенгуру имба. Как ни крути, да. Ему, правда, не хватает вот напалмом, да. Но напалм это уже такое. Это уже такое. Кстати, давайте, наверное, улучшим предмет. Там по квестику заставляют это сделать. Что-то на клан зашел. Не промахнулся немножко. Так то боже, ну да я не могу нажать на вкладку предметы, понимаете? У меня нажимается все не туда. Вот, все, нажал на предметы. Нужно улучшить один предмет. Можно улучшить халат. Он даст плюс 10 эффективности хила и радиус увеличит до 11. Можно улучшить укол адреналином. Но я сейчас не играю, поэтому нет смысла, наверное. Можно просто по кайфу улучшить там, не знаю, что, ботинок можно улучшить. Он, в принципе, я его часто использую, но не так прям часто. Ну, короче, мне, в принципе, улучшать нечего, скажем так. Но некоторые артефакты, конечно, хочется это сделать, там, к примеру, ботинок улучшить, укол адреналина. Можно гранату улучшить. Ну, сложный выбор. А давайте, минус 8 секунд. Нет, он не перепоспен, давайте все-таки улучшим укол адреналина, все. Хотя я его сейчас не одеваю, но он у меня почти на всех персонажах есть, и он очень крутой. Поэтому улучшаем сегодня его. Ну все, первый максимальный артефакт. Вот так вот. 90%. 10 тысяч голды ушло. Бедное золото, как же оно быстро уходит. Как жить с этими большими потерями по золоту, я не представляю себе. Так, ну давайте отправляемся в следующий бой. Ну и... Ага, во, загрузилось. Че, хотим драться? Давайте драться. А тут не было никого. Чё я думал, здесь кто-то был? Берите дроп. И побежали. Позову всех. Ну, блин. Никс просто тупит очень сильно. Дона меня куснула разочек. Я сразу похиляюсь. Почему я не попал дробовиком? Это притул Никсу. Это, ну, сложный вопрос. На который у меня нет ответа. Нам бы сейчас как-то на них зайти. У нас бат есть 9. Он, в принципе, могёт в дамаг. Дона мы минусанули. Этих мы тоже сейчас минусанем. Они пытаются резнуть, но у них шансов нет просто никаких. Там еще бот идет сверху. Кстати, они Дону резнули. Ёп! Срочно, Никс, резай! Срочно, резай, Никс! Ну. Все, мы их всех убили. Ух! Это было близко к поражению. Было очень близко, но мы смогли. Мы смогли победить. Фух. Берем дроп, берем капкан. И упрыгиваем отсюда. Никс забирает. Ну, Никс там успеет забрать, я думаю. Ёпт. Главное, чтобы ребята успели добежать. Я попробую добить хамелеона. Да как он так уворачивается? Так вы посмотрите на этого хамелеона, как же он выращивается, как же он хорош. Наш бак еще живой, это хорошо. Все у нас выжили. Если бы бачок не там не застрял, было бы хорошо вообще. Так, берем аптечку, ну и погнали. В принципе, вытащили, да? Но у нас еще, смотрите, как вы видите, есть одна команда соперников полных, да? Я капканы туда понаставил. Меня случайно... Ну, если успею... Ну, резните, ребят, ну, резните, ну... Ну, бачок, ну, залети, ну, блин, ну, залети, бачок! Ну, залетишь ты, ну, ёп! Ну... Все, походу, я сильничком зафейлил. Хотя капканы зашли хорошо. Я не успел хильнуться. У меня не было укол адреналина. Видите, чем это закончилось, да? Это закончилось поражением. Если бы был укол адреналина, мы бы, скорее всего, победили. Но это мой минус. Я сделал неправильно все. И из этого мы проиграли. Обидно. Подвел команду, получается. Вот же Янубас, а. Вот же Янубас. Надо было кол адреналина брать. Тогда бы выжил и все было бы хорошо. Ну, зажал. Не хилялся.
все, тапки в меня кидайте. Ну ладно, это одно упущение, я думаю, меня простят. Погнали, следующий бой сразу же. Все-таки рейтинг надо апать. И пока у нас легкие бои, рейтинг можно апать только в командах. Ну, тут хотя бы как-то двигается. Гляньте, какой смайлик у акулы красиво, а? С красными глазами. Я, к сожалению, не могу взять дроп. У меня вообще никакого дропа нету, получается. Вот, сейчас дробовик будет только в дропе. Вот же, блин, вот же. В итоге его сейчас убивают. Мы убиваем еще фламинго. Так, не знаю, кто там успел забрать аптечку или не успел. Но у меня просто сейчас проблема не в луте, ну не в аптечках, а проблема в том, что у меня нету лута для битвы. Ну, давайте пойдем налево, фиг с ним. Лишь бы выжили, главное. Наши ребята, сколько нас вообще? Еще нас четверо. Или мне так кажется? Мне так кажется, или нас реально четверо? Аккуратненько отыгрываем. Закидываем дроп. Жирафа пытаемся убить. Забираем аптечку быстренько. Вот кто меня... Боже, да как они меня задолбали откидывать-то, а? Как же они живут так долго? Ни же нету, ни аптечек, ни хила. Ничего нету практически. У нас там акула лутает хилки по КД просто. Да блин, я... Боже, полсекунды не хватило. Ну, помоги, ну, Никс! Чё они в воду лезут? Боже, боже, да пресните вы меня. Вы видели, что этот Никс? Боже. Вот этот, смотрите на этого Никса, ребят. Вот он. Рон 10, Рон. Он просто убежал. Боже, какой недалекий человек. Вот, вот таких, такие сокоматники, это проблема большая. Потому что когда ты небольшую ошибку делаешь... И если в твоей команде есть такие игроки, которые, ну, вот так вот думают, и что надо играть, это просто сразу лишать типа победы. И как бы вот, да, как бы такие вот командные бои получаются, ну что ж делать. Игра у нас такая, к сожалению, и ничего с ней изменить нельзя. Ну, пока что. В будущем, конечно, все изменится, но пока что терпим, ребята, терпим, терпим как можем и играем дальше. А это все, ребятки, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии. Ну и самое главное, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.